Манчкин в осаде доказывает, что не только компьютерные, но и настольные игры можно делать в жанре защита башни. В роли башни целый средневековый замок. К нему из леса прут знакомые монстры. Сетевой тролль, молотая крысотка, плутониевый дракон, страховой агент и прочая нечисть. Против них выходят пехотинцы, рыцари и стрелки. Они вооружены ценными шмотками, вроде башмаков могучего пенделя. В обычном режиме игроки защищают недвижимость сообща, но у каждого есть и личный интерес, ведь за убитых чудищ положены очки. У кого их больше к концу партии, тот и побеждает. Еще в комплекте есть мини-дополнение «Больше Манчкина». Оно добавляет в игру новых персонажей, артефактов и заклинаний. Знай себе, очки зарабатывай, а про замок можно забыть. Пусть у него от монстров башни снизу. Спрашивайте в магазинах вашего города.